в том числе агрессия Америки против России. Вот уж адресно этим не занимаюсь. Потому что я прекрасно понимаю, что нам, землянам, равномерно, одинаково сносят крышу. И господа с Луны. Вот в прошлом году, слава Богу, поняли, что это оттуда. Ну вот и ищем, чем бы от них как-то отгородиться. Ну а здесь уже исторический опыт. Ведь все говорят, вот, у России экономические трудности, их у Америки нет. У нее государственный долг такого размера, что уже никогда не закроют. Поэтому нужно развязать какую-то очередную войну. Они уже 5 раз прощали все, кому они должны. Ну, еще раз простят. О как! В этом году в Варне, в аэропорту, на меня сработала рамка. На мне были КФС номер 7, 16, женский оберег, любовь и кулон друида. КФС с нее сняли, унесли на проверку, вернули и отпустили. Потому что металла в них нет, и рамки на эти КФС нечему реагировать. Может, какая пряжка была, и не более того. А может быть, чехол у кулона, но на КФС-ках никакие рамки не реагируют ни в одном аэропорту. У меня в кармане там всегда что-нибудь лежит, я их даже не вынимаю. В Москве рамка к Домодедово не сработала на этот же состав. Ну что я могу сказать? Ребята ставят более совершенную технику. Что ловят, не знаю. Хотим сделать три кольца. Вот дедушка в Германии их 15 сделал. Максимум, что он надевал на человека, 6 одновременно. То есть человек находился в поле 108 КФС. Ну что, все живы? Сейчас он должен на следующий день через Москву проезжать. Сколько пластин нужно использовать в кольцах? Но насколько фантазии хватит, но начинать с счетного количества, начинает с 8. Больше, чем по 18 не делали. Да, можно в разных кольцах разные количества. Извините, господа с Луны, это кто? Лично не знаком. И что, вы серьезно насчет рептилоидов? Абсолютно серьезно. Кстати, мы разговаривались с Георгием Сидоровым, у него вот в Ютубе выложено его выступление в Краснодаре в мае месяце, по-моему, этого года. Мы совершенно не контактировали. Он совершенно независимо рассказал. Ну да, на Луне стоит ретранслятор на Землю. Ничего хорошего он не транслирует. Ну да. Мне все время доставляет удовольствие смотреть на англичан, когда приезжаешь куда-нибудь туда, за речку. Не надо спрашивать, есть они или нет. Вот основная масса англичан в бодрости, ну вот они ходят по улице. Регенерация органов, возможно ли на КФС? Ну, специально не наблюдал. Понимаете, там нужна очень специфическая команда, чтобы начали плодиться из стволовых клеток нужные. Вот как это сделать, я пока не понимаю. А вот эти вот ребята, которые во дворце молодежи, понимают.
Да, 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 в Комсомольском, они там принимали. Это мне год 3 или 4 назад Баек сказал. Говорит, хочешь познакомить? Был замдекана биофака МГУ, сейчас, наверное, может, и декан. Но на полном серьезе, потому что ну, они тоже так руками разводят, но факт остается фактом. Вот не было ордера, говорю, теперь. Но не все у них получается. Потому что тут человек тоже. Пока не все сильны. Как помочь Донецку? Антикатаклизм и чистое пространство не помогают. Но пока там не урегулируют экономический интерес, тут никакие КПС не помогут. Если у человека отклонение психики, можно ли использовать новые мужские КПС для нормализации состояния здоровья? То есть уберется ли это состояние, непрогнозируемо. Задаете сложный вопрос, тем более, когда психика нарушена, тут мало кто из врачей понимает, что делать. Термическое поражение кожи. 3-4% поверхности. Прошло полгода. Какими КПС лучше восстанавливаться? Но вот сейчас уже спустя полгода все равно какими. А вот чтобы поменьше было шрамов, это надо было сразу делать. Потому что я вот читал одну книжку, когда один умный товарищ из врачей получил ожог больше 50% тела. И в нарушении всех врачебных норм, структурированный в воде, просто отмачивался в ванной. Восстановилась кожа без шрамов. То есть он понял, что нужна структурированная вода. Хотя формально врачи учат. Температура появилась, водные процедуры забудут. Правильный рефлекс. Если не знаете, как структурировать воду. Да любыми, вы можете синими, какими угодно. Синие, можно? Зеленые годятся. Семерка, семерка годится, конечно. Но если человек хочет избавиться от шрамов, то это уже вред. Это чем раньше делается, тем эффективнее. Почему сразу не делается центральное отверстие при изготовлении КПС? Да потому что везде сверлильные установки имеют люк. А там 0,5 миллиметра в сторону и центр уезжает. Именно поэтому надо делать не в геометрическом центре, а на диагонали между дырками. Ну, технологически сложно. На потоке. Как пользоваться парными КПС, а где они там парные-то? Если, ну, перезагрузка последовательно, понятно. Точно так же, как лезли, влезли в грот. Пролез один, на одну функцию стер там, можете через полчаса, ну, через полчаса можете переключаться на другую. Ну, а формула любви, кто инь, там у инь, а кто ян, там у ян. Что там, они не парные. Нет, может быть, они для пары. Но барышни инь, а нарочку ян. Какое сейчас внешнее поле Земли, вы знаете, не беспокоит. И именно вот этот родничок, который я не снимаю уже второй год, выручает. Когда будет КФС от туберкулеза? Но вы знаете, сложная тема, которая пока не поддается. Уж больно сложная зараза.
может быть, на тонком плане будет более эффективно. Я бы с золотыми. Ну, ты на себе поэкспериментируй. Да, слава Богу, пока не больно. Данила Озера на душе тоже неэффективно? Да нет, она эффективна, просто в разные моменты структуризация будет чуть разная. И если вы там будете находиться минут 5-7 под душем, вы целиком получите всю структуру. Вот если в стакане структурировать, то вот Данила Озера надо минут 10. 5 не хватает точно. Так и вот во многих эксклюзивных тоже не хватает 5 минут. То есть там уже появляются более медленные ритмы, которые требуют времени для структуризации. Природный антибиотик на душе, там только годовые ритмы, там хватает. Очень хочется заламинировать пластину без чехла, чтобы водные процедуры принимать. Ну а вы что, хотите в ванну, что ли, ее класть? Совсем не обязательно. А пленка обыкновенная, пищевая, вредит, если... Чуть-чуть подгашивает, вы этого даже не заметите. Спасибо. Возможно ли избавиться от синюшных сосудистых сеток на ногах? Варикоза нет. С помощью КПС вряд ли. Это застойное явление. Знаете гимнастику кацудзаниши? Когда надо потрясти кистями рук и, соответственно, ногами. Ну, в общем, надо просто не лениться. Капиллярный кровоток вы разгоните просто механически.